Всем привет! Вас приветствует агентство недвижимости Well Homes и я, его директор Анастасия. Сегодня у нас для вас грандиозно шикарное предложение, которого вы не видели нигде и ни у кого. Только у нас имеются виллы за городом, в прекрасном месте, где вы можете себе позволить жить с природой наедине. Честно, в горах, в лесу, там очень много елевых, пихтовых деревьев. Тишина просто, ну, непередаваемая, честно. Такое ощущение, как будто мир просто замер. Вот. От города Эрдемли, в принципе, недалеко, максимум 30 минут на своем автомобиле. Если вы планируете там жить постоянно, хотя турки чаще всего там живут именно на летний период времени, в Мерсине действительно летом очень жарко и душно. И чаще всего турки на лето уезжают за город, в горы. Это называется у них яйла. Вот как раз таки этот вариант, это и есть дачный домик, в котором, в принципе, можно жить постоянно. И даже если у вас имеются дети, и вы не хотите, просто не хотите жить в городе, вам оно идеально подойдет, потому что дети могут учиться в школе. Государственная школа оттуда примерно 1,5 километра, частная школа примерно 30 минут на сервисе, который предоставляет школа. И, кстати, есть очень хорошая школа, о которой я ее сейчас вкратце покажу, ну а в следующем видео я обязательно запишу подробный видеообзор про эту школу. А теперь давайте поедем на территорию комплекса, посмотрим, что же у нас там есть, какая же инфраструктура, а также хочу вам сказать, что там есть не только большие виллы, но и виллы планировки 1+1, 2+1, 3+1, а также огромные 4+1. И эти виллы расположены, кстати, 1400 метров над уровнем моря. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и колокольчик. А теперь поехали! Итак, сейчас мы приехали уже на саму территорию нашего комплекса. Что у нас здесь имеется? Здесь огромная, просто огроменная территория, 54 тысячи метров квадратных. На ней будут расположены 133 виллы. Виллы будут разных планировок. Планировки 1+1, 2+1, 3+1, а также 4+1. Некоторые виллы будут разделены на два хозяина, но застройщик позаботился о том, чтобы соседи друг другу не мешали. Они на разных уровнях расположены, виллы. Вот. Также очень большое расстояние, но и еще у каждой виллы будет иметься своя преддомовая территория. Сейчас я полностью расскажу вам о всех планировках данного комплекса и что же у нас все-таки здесь есть, какая инфраструктура. К особенности данного проекта, это огромная территория, как я и говорила, 54 тысячи квадратных метров, 133 двухэтажных виллы будет расположено в вашем комплексе. Строятся они будут в три фазы. Первая фаза заканчивается через 6 месяцев. Там у нас всего лишь 17 вилл. Осталось из них около 10 вилл. Остальные уже проданы. Так что вы еще можете себе приобрести, успеть в первой фазе. Тогда вам не нужно будет ждать там еще год до заселения. На территории комплекса обязательно будет установлена охрана 24/7. Генератор полного цикла. Если вдруг у вас отключается свет, для вас это не проблема, так как в любом случае у вас дома будет свет благодаря генератору. Система умного дома. В данных домах она имеется. Грубо говоря, если вы планируете ехать из Мерсина, хотите приехать зимой или же летом, так как здесь идет централизованная система отопления, она от электричества. Вот, вы можете, получается, из дома включить себе отопление, когда вы приехали уже к себе, как говорится, в домик, вас встречает тепло и уют. Также имеется автоматическая система полива, ландшафтный дизайн полностью всей территории, также и вашей преддомовой территории. Используются высококачественные материалы для строительства. Данная строительная компания, это не просто обычная строительная компания, здесь идет это бизнесмен, который занимается бизнесом в разных сферах. У него имеется своя частная школа, одна из элитных, кстати, в Мерсине, которая расположена в районе Эрдемли. И если вы
планируете проживать именно здесь, если вы хотите тишины, вы хотите наслаждаться этой природой, то вы можете, в принципе, здесь жить, потому что все магазины, все у нас здесь имеется. Школа государственная, тут тоже, в принципе, она есть, потому что это большой поселок, в котором есть все государственные учреждения. Но если вы хотите, чтобы ваш ребенок получал образование в частной элитной школе, тоже, в принципе, не проблема отсюда ехать примерно 25 минут на сервисе. Сервис туда будет доставлять ваших детей, потому что эта школа принадлежит данному застройщику. Соответственно, для своих жильцов он сделает сюда сервис. Вот. И многие здесь именно хотят жить, потому что летом здесь очень хорошо, прохладно, не жарко. Вот. И, в принципе, я говорю так, что будет вам очень удобно и комфортно здесь проживать. Теперь давайте поговорим о территории комплекса, что на ней будет. Какие же социальные зоны у нас будут? Бассейн на территории комплекса имеется. Обязательно будут стоять шезлонги, снэк-бар поставят, там, где вы можете попить фруктового сока или еще что-нибудь перекусить. Бассейн будет открытый. Баскетбольная площадка, волейбольная площадка, футбольная, сауна, хамам. В каждой вилле будет иметься своя сауна. Ну и также здесь имеется спа-зона. Прогулочные дорожки будут по всей территории. Также, если вы заметили, здесь, получается, строится амфитеатр свой. Там, где люди могут собираться, будут какие-то проводиться мероприятия для клубов данного жилого комплекса. Детская площадка, зона для барбекю. Это, конечно, да, у них будет своя общая зона для барбекю, но точно так же и будет на своей придомовой территории. Вы всегда можете делать барбекю. Что же у нас будет все-таки в квартире? Это сауна, камин, варочная поверхность и вытяжка, тройка уже будет входить от застройщика. Вам ее застройщик устанавливает сам. Ну и все остальное у нас идет по стандарту. На полу будет лежать шпунтовый паркет 10 мм. Очень хорошего, высокого качества. Кухонные встроенные шкафы, полностью будут окрашены ваши стены, окна пластиковые будут установлены. Все остальное будет по стандарту. Но камин, это, конечно же, все-таки круто. И также не забываем, что у нас здесь будет централизованное отопление, которое вы можете в любой момент включить, даже не находясь в вашем доме. 11 типов планировки. Квартиры планировки 1+1, 116 метров квадратных. Двухэтажная, у них имеется терраса на первом и втором этаже, 25 метров квадратных. 2+1 от 116 до 160 3 метров квадратных. Планировки 3+1 от 168 до 178 метров квадратных. Ну и планировки 4+1 от 178 метров квадратных. Как вы заметили, все виллы разных планировок. Есть маленькие, есть большие. И точно так же преддомовая территория у всех вилл разная. От 100 метров квадратных до 312 метров квадратных. Итак, сейчас мы приехали в частную школу, о которой я вам рассказывала. Здесь, ну, говорить много не буду, вы сами все посмотрите. Мы ставим какие-то определенные фрагменты из того, что здесь есть. Но школа действительно очень хорошая. Здесь учатся очень много русскоговорящих детей, которые получают здесь образование. Сразу говорю, школа на турецком языке. Но подход учителей, и учителей они вообще подбирают индивидуально. Более подробный видеообзор по данной школе мы обязательно выпустим на нашем YouTube в следующем выпуске. Не пропустите! Итак, ну что, мы посмотрели саму территорию комплекса. Я очень надеюсь на то, что это действительно вас точно так же оставило неравнодушными, так же, как и меня. Вы можете себе позволить выбрать, где же все-таки вам праздновать свои семейные вечера, Новый год, дни рождения и так далее. Вы в любой момент можете уехать на дачу и отдыхать. Итак, а теперь не забываем подписаться на наш канал, поставить лайк, колокольчик. Всем пока-пока! Еще раз, с вами была Анастасия.